В Красноярске стартовал чемпионат России по фигурному катанию. В течение 4 дней 90 спортсменов будут бороться за звание лучших в своих категориях. В том числе и такие именитые фигуристы, как Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева, Марк Кондратюк. Сегодня уже успели выступить мужчины с короткой программой, а также пары с танцами на льду. Буквально несколько минут назад прошло торжественное открытие соревнований. Его успела посмотреть моя коллега Полина Михальчук. И прямо сейчас она находится в Платинум-арене. Полина, что в эти минуты происходит? Оля, да, действительно, мы находимся в Платинум-арене. И буквально пару минут назад начали выступать пары со своей короткой программой. Я сейчас нахожусь в микс-зоне. Через нее проходит каждый спортсмен. Надеюсь, нам удастся поговорить с некоторыми из них. Подробности будут обязательно завтра. Вообще хочу сказать о том, что сегодня действительно уже успели выступить парни со своей короткой программой. Пары с танцами на льду. Ну и также немножко хочу сказать пару слов про открытие в этот раз. Режиссером-постановщиком был Никита Михайлов. Он участвовал в шоу Татьяны Навки, Евгения Плющенко. Но что очень сильно порадовало, что большая часть фигуристов, которая вышла сегодня на лед, именно на открытие, были красноярцы. Вот они были воспитанники Центра ледовых видов спорта. В целом открытие прошло очень ярко, зажигательно, длилось примерно 30 минут, и его основная идея была показать и рассказать о 5 главных качествах, о качестве спортсмена-фигуриста. В целом, мне кажется, оно прошло очень удачно. Также расскажу немного про сами соревнования. По сути, вот этот чемпионат России – это основной главный старт для всех российских фигуристов, потому что на мировой арене они сейчас не могут выступать. Ну и вот ребятам, которые приехали в этот раз в Красноярск, они прошли достаточно серьезный отбор. Было 6 этапов гран-при, поэтому можно сказать, что в Красноярск приехали лучшие из лучших. Ну и призовой фонд действительно внушительный. Спортсмен, который займет первое место в одиночном катании, получит 2,5 миллиона рублей. За второе место будет 1,5 миллиона рублей. За третье место – 1 000 000 рублей. Ну, если мы говорим про пары, то эту сумму будут делить на двоих. Дальше нас ждут еще 2 дня соревнований. 25 декабря будут подводить итоги, будет награждение. Завтра, 23 декабря, выступят девушки с короткой программой, мужчины с произвольной программой, а 24 декабря будут пары и девушки с произвольной программой. Эти дни обещают быть зрелищными. На лед выйдут именитые фигуристки, такие как Александра Трусова, Камила Валиева, Елизавета Туктамышева. В общем, обещает быть очень ярко и красочно. С всей программой можно познакомиться, ознакомиться в группах Platinum Arena. Мы также обо всем будем рассказывать, все покажем. Например, завтра будет подробная информация о том, как прошел первый день соревнований. И в дальнейшем, конечно, тоже будем освещать все победы наших российских фигуристов и фигуристок. Оль, на этом у меня все.